Hey, how you doing? Привет, друзья! Узнали, откуда эта фраза? Из моего любимого сериала «Друзья». Сегодня я хочу рассказать вам, как нужно смотреть фильмы, сериалы, слушать музыку и читать книги, чтобы при этом учить английский язык с удовольствием и большой пользой. С вами Рита, канал Puzzle English. Поехали! Давайте начнем с того, что мы все любим делать в свободное время. Конечно, смотреть фильмы и сериалы. Если вы хотите смотреть все в оригинале, я дам вам несколько полезных советов. Прежде всего, выбирайте те фильмы и сериалы, которые подходят вам по уровню языка. Для начинающих, например, отлично подойдут мультфильмы и детские сказки. А если вам не нравятся мультфильмы, смотрите сериалы. Очень многие учат английский по сериалу «Друзья», так как он сочетает в себе отличный юмор, интересный сюжет и огромное количество повседневной лексики. Включите субтитры. Если вы уже не новичок, старайтесь не подглядывать в них. Они нужны для того, чтобы быстро прочитать непонятное слово и продолжить просмотр. А если вам трудно читать на английском, можете добавить и русские субтитры. Но лучше, если вы справитесь без них. Если вы встречаете незнакомые слова, не прерывайте просмотр для того, чтобы погуглить их значение. Постарайтесь понять значение, исходя из контекста или того, что происходит в кадре. Выпишите незнакомые слова, чтобы потом разобраться с ними. После просмотра запишите новые слова в свой словарь или сделайте с ними карточки для запоминания слов. Главное правило в любом процессе обучения – вам должно нравиться то, чем вы занимаетесь. Если вы получаете удовольствие от процесса, если вам нравится то, что вы видите и слышите, то вы точно не захотите бросать изучение английского. Наоборот, вам будет хотеться узнать как можно больше нового, и вы будете радоваться, когда увидите свой прогресс. Срочное включение! На Puzzle English сейчас проходит «Черная пятница». Скидки на премиум 75%. И это не все новости. Грядут перемены. Тариф премиум навсегда закрывается с 1 декабря. Это значит, что получить неограниченный по времени доступ к платформе будет невозможно. Кто успеет, продолжит учить английский без ограничений. Вместе с премиумом навсегда вы получите Оксфордский тест на подтверждение уровня владения языком и другие подарки. Сейчас премиум на год стоит 2990. Премиум навсегда стоит 3690. Не упустите такую возможность. Подключайте премиум по самой выгодной цене. Друзья, если вы не любите фильмы и сериалы, слушайте музыку. Песни – это еще один отличный способ изучения языка. Если вы будете при первом же прослушивании пытаться расслышать все слова, постоянно перематывать и переслушивать непонятные кусочки, вы вряд ли послушаете эту песню больше 2-3 раз. При первом прослушивании постарайтесь понять общий смысл текста. Обычно это можно сделать, поняв процентов 30 слов. При последующих прослушиваниях обращайте внимание на места, которые вы не поняли сразу. Вот с этого момента уже можно перематывать песню и много раз переслушивать слова. А еще полезно сделать паузу и послушать песню спустя какое-то время, чтобы расслышать непонятные моменты. И, наконец, когда вы поймете, что поняли все слова, которые знали, и больше ничего не можете расслышать, откройте текст песни и прочитайте его. Во-первых, вы убедитесь, что то, что вы поняли правильно. А во-вторых, поймете, какие места вы не смогли расслышать. Здорово, если вы одновременно слушаете песню и читаете ее текст. Это поможет сопоставить написанный текст с его звучанием. Ну и самое классное, если вы запомните прочитанный текст, будете повторять его, подпевая любимым артистам. Обязательно подражайте их манере произношения. Так ваша речь станет наиболее близкой к звучанию речи носителя языка. The last but not least – книги. Здорово, если вы читаете книги на английском языке, а еще лучше, если вы делаете это правильно. Как всегда, первый совет – выбирайте книги любимого жанра. Согласитесь, если вам не нравится сюжет, вы вряд ли дочитаете книгу даже на русском языке. Книга должна подходить вам по уровню. Начинающим можно начать с детских книг и сказок. В них, скорее всего, не будет незнакомых вам слов, и вы сможете привыкнуть к самому процессу чтения на иностранном языке, что тоже немаловажно. Вы перестанете переводить в голове текст на русский, а начнете сразу воспринимать его на английском языке. Второй совет – отложите словарь. Когда вы встречаете незнакомые слова, действуйте так же, как с фильмами. Не прерывайте процесс чтения, чтобы найти в словаре нужное слово или загуглить его. Во-первых,
вы можете потерять нить сюжета, придется перечитывать последние отрывки, а во-вторых, телефон в данном случае опасен тем, что вы можете увидеть уведомления, начать отвечать на сообщения или просто листать ленту в соцсетях. Увидев незнакомое слово, прочитайте предложение, в котором оно встречается целиком. Постарайтесь понять значение этого слова, исходя из контекста. Если вы понимаете, что это слово играет значимую роль в дальнейшем понимании сюжета, быстро просмотрите его в словаре и продолжайте чтение. В идеале для тренировки не только лексики и грамматики, но и говорения читайте вслух. Читайте вслух хотя бы отдельные отрывки. Вы будете запоминать не только написание, но и произношение новых слов. А еще чтение вслух делает вас более вдумчивыми, и вы глубже погружаетесь в сам процесс. Ну и, конечно, полезно выписывать новые слова и делать с ними карточки, чтобы потом выучить. Либо можно составлять тематические словари по каждой книге. Например, ваш личный словарь по вселенной Гарри Поттера. Можно покупать для них красивые тетради, блокноты, оформлять как отдельные книги и упорядочивать слова по алфавиту. Пишите разными ручками, делайте привлекательный внешний вид, так как это тоже немаловажно. Вам должно хотеться открывать этот словарь снова и снова, чтобы как можно чаще видеть новые слова и запоминать их. Не переключайтесь и смотрите другие видео на нашем канале. Как вы видите, смотреть фильмы и слушать музыку можно с большой пользой для изучения языка. Главное – делать это правильно. Следуйте нашим советам и учите английский с удовольствием. С вами была Рита, канал Puzzle English. Have a good one! It's a party.